Вы на канале Костя Постит. И да, меня давно не было. Извините, ролики не могут часто приходить. Ну, потому что у меня просто нет формата. Ну, мы заказали с папой две посылки, и все они по Дэдпулу. И одна из них связана с Лего. Вот фигурка Дэдпула из фильма. Ничего у нее еле как вытащишь. Ну, вот вытащишь. Я хочу вам сзади показать принт. Да не оторвайся. Ну-ка, я пытаюсь это сделать. Можете разглядеть фигурку подробнее. Хотя, может быть, и нет. Можете остановить ролик просто. Вот. Я знаю то, что вам сейчас скучно, но не могу ничего с собой поделать. Поставь на паузу. Другая фигурка. Это, конечно, не Marvel, это DC, Deathstroke, но сзади принт не очень-то интересный, там просто как у Дэдпула прошлого. Купили мы с папой на сайте AliExpress, там еще много чего можно заказать. Вот такой. У меня, конечно, есть один Deathstroke, но тут этот Deathstroke что-то очень черный. Ну, а этот коричневый. Только это Дэдпул. Кстати, во втором Дэдпуле была отсылка на этот костюм. Если кто не видел фильм, посмотрите. Хотя в моем городе уже он не идет в кинотеатрах. Я живу в Геленджике. И он практически не отличается от Дэдпула, только весь костюмом. Вот так, вроде как нет. О, а следующий уже поинтересней. Костюм X-Force. Тут нам уже не нужен. Следующий. Желтый Дэдпул. Я вообще не знаю, откуда он. По-моему, он этот желтый Дэдпул из того комикса, где он пытался стать в Люди Икс. Или нет. Я не разбираюсь в Дэдпуле. Напишите мне в комментариях. Ну и нажмите лайк. И подписывайтесь на канал. Что я много прошу. И предпоследний Дэдпул, он каноничный из комиксов. Если хотите его посмотреть, можете просто, ну, посмотреть там картинки из комиксов. Они идентичны, правда, это Лего. Ну и последний, немного странный, без руки. Это точно формат
Тайво X-Force. Но тут он более белый, и он без руки. Китайцы потеряли руку. Он такой же, как и тот, но только более белый, и на нем другие принты чуть-чуть. Ну, и можете пока пройтись, поэтому... Также в комплекте шли дополнительные детали, там всякие руки дополнительные и пистолет, который должен быть у этого белого. Но руки второй нет, поэтому не знаю. Положу к своему Лего. Ну а на этом все. Прощаюсь. С вами был Костя Постит, и ставьте лайки и заходите на канал Маша Умняша. Это моя подруга. Она хочет закрыть свой канал, но я ей помогу его продвинуть. Так что ждите ролики не только на моем канале с Машей, но и на Машином канале я буду. Всем пока!